2020 год в Беларуси будет самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Это констатируют метеорологи, несмотря на то, что третья декада декабря только началась. Погода удивляла нас температурами весь этот год. Вторая декада последнего его месяца не стала исключением. Она оказалась теплее климатической нормы, которая составляет минус 3 градуса на 2,5 градуса. Самым незимним во второй декаде в Лиде стал день 19 декабря, когда была зарегистрирована среднесуточная температура плюс 2,7 градуса, что почти на 6 градусов выше нормы. Тогда же был отмечен и дневной максимум – почти 3,5 градуса тепла. А вот самой холодной ночью в Лиде во второй декаде оказалась ночь 13 декабря с температурой минус 5. Что касается осадков, то их за минувшую 10-дневку выпало лишь 50% от нормы. По прогнозам синоптиков, третья декада должна превысить на 3 градуса климатическую норму, а это значит, сильных морозов на Рождество и под Новый год ждать не стоит. Осадки же в виде дождя и мокрого снега, а также гололед и гололедица прогнозируются.